пятница, тебя уже давно все равно. Пока другие суетливо собираются на вечеринки или в бары, ты просто исписываешь листы текстами или рисунками. Тогда душевная терапия. Поток дней смешался в одно сплошное нелепое болото. Просыпаясь в четырех ненавистных стенах, за которыми слышно ссоры тех, кто на публике старается изобразить идеальную пару или счастливую семью. Тебя тошнит от людей, тебе некомфортно в любой компании. Чувствуя себя белой вороной, даже среди якобы похожих, ты всегда спешишь удалиться. У тебя нет друзей, ты истерзан таким сильным одиночеством, что порой шум в ушах нарастает и не дает тебе уснуть. Часто ты лежишь в кровати до утра, не сомкнувши глаз. По скулам стекает струйка соленых слез, увлажняя подушку. Тебе чудовищно обидно за упущенные возможности. Ты прокручиваешь самые болезненные моменты своей жизни.